Вселенная. Откуда данное понятие? Что это? Сравните, как вы это понимаете и как вы это ощущаете. Это Бог, это Абсолют, это Источник, это Бытие. Все это тождественно, идентично или нет? Вселенная, есть ты сам, да, но не ты как личность, а ты, как пробужденная, прозревшая собой, прошедшая распятие образов себя и о себе. Осознанная фактом себя сущность сознания себя настоящего. Источник, Вселенная, всегда есть единое, целое, неделимое, совершенное.